Приветствую вас. Если говорить вот конкретно про вашу ситуацию, я прочитал ваш профиль, я видел там вопросы, вот на какие-то из них я уже отвечал, на какие-то нет, но я увидел, что вот вы там ищете болезни, вот думаете о смерти. Вот, что, конечно, не очень хорошо, мягко говоря, для вас. Вот. Я бы сказал, что это некий такой экзистенциальный кризис. То есть, если мы не берем вот в расчет сейчас вашу маму, да, то тоска по маме, значит, невозможно строиться на работу, мысли о смерти, это вот все про как раз таки про некий экзистенциальный кризис, когда человек не очень понимает, чем он вообще хочет заниматься в жизни, вот, что ему нравится, куда он хочет идти, чем он хочет заниматься, ну и так далее. Вот. Возможно, вам это будет не очень приятно, да, возможно, вы хотели бы другого, скажем так, ну, ответа, да, вы хотели бы, возможно, другого какого-то вот, другой интерпретации, но, на мой взгляд, ситуация вот на замечательная, прекрасная, ну, передается вот. В том числе через данный момент, через вот, значит, данный аспект. Вот. Мама нужна вам, потому что вам чего-то не хватает. Чего именно вам не хватает, сказать сложно. Однозначно, потому что нужно, ну, как-то вот с вами пообщаться, да, чтобы ответить на этот вопрос, что именно вам, чего именно вам может не хватать. Скажем так, вот, ну, а то, что чего-то не хватает, это совершенно определенно, это совершенно однозначно. Вам вот откровенно вам чего-то не хватает. Ну, собственно, нужно этот момент исследовать, да, нужно разбираться, с тем, чего именно вам не хватает и почему. Ну, есть потребность что-то маме своей доказать, вероятно. Ну, у вас есть такая потребность, что-то маме своей доказать. Например, доказать своей маме, что, ну, к примеру, вы достойны любви, допустим. Да, или там, не знаю, доказать своей маме, что вы там чего-то стоите, например. Вот. То есть тут достаточно, ну, много достаточно разных вариантов есть. Скажем так, проблематика. Вот. Ну, соответственно, нужно разбираться, что и как, да? То есть, то, если думаете о маме, значит, ну, а, наверное, чего-то хотите от нее, от мамы, я имею в виду, чего-то хотите. Вот, нужно смотреть, чем связано ваше желание, и дальше, ну, учиться его. Скажем так, реализовывать, ну вот, по-другому, да,
То есть доступными вам способами. Вот. То есть не, к примеру, да, не теми способами, которые вы, вот, которыми вы привыкли пользоваться, а именно вот как раз теми, которые реально способны вам что-то дать, и теми, которые реально могут, ну, быть реализованы. Есть такая вероятность, конечно, что вы себя во что-то наказываете, и есть такая вероятность, что вы считаете себя достойной, значит, условно говоря, ну, достойной наказания, достойной какого-то страдания, может быть, боли, вот, в том числе в подаче, ну, вашей мамы, да, если вы к ней близки, например. А здесь же есть еще такой момент и элемент, да, что вы переехали из Армении в Россию, и соответственно, ваши культурные особенности могут быть таковы, что вот родственники достаточно важны, да, то есть, ну просто вот вы можете так вот, не знаю, полагать и думать, что вот родные важны, да, просто в силу вот того, что у вас, допустим, такой менталитет, к примеру. Вот. И тут уже можно говорить о вашей проблеме в культурно-историческом таком разрезе. Что тоже нельзя исключать из, ну, как бы, из момента. Вот. А обратите свое внимание на то, что вы, ну, по факту, как бы так сказать, вы по факту, вот последние свои вопросы вы начинаете как раз с того, что со мной происходит. Вот. То есть вы пытаетесь вот как будто бы, ну, понять, что с вами происходит, но важно понимать, что не общаясь с вами, да, вот, не имея возможности задавать вам вопросы, не получая от вас обратную связь, невозможно ответить на вопрос, что с вами происходит. И даже ответ на вопрос, что с вами происходит, не решит проблему. Потому что важно не то, что с вами происходит, а важно другое. Важно, что вы хотите с этим делать. То есть, что вы будете делать с тем, что с вами происходит. Вот. Это куда важнее. Это гораздо важнее, на самом деле. Вот. И, соответственно, в этом направлении
Я предлагаю вам, условно говоря, двигаться в этом направлении. Я предлагаю вам, условно говоря, идти. Вот. А не в направлении, рационализации того, что с вами происходит. Вот. Примерно так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом, в принципе, можно закончить, только вот перед этим я хотел бы отметить такой важный аспект, значит, он касается следующего. Вот вы говорите, значит, вот, ну, что у вас помешательство, да? Помешательство, как раз таки, на маме, вот. И у этого есть причина, то есть причина для того, что вы вот, как бы так сказать, помешали, да, на своей маме. Вот вы есть причина, и очень важно понять, что это за причина, что она из себя представляет, какое желание вы пытаетесь реализовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.